بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن أمور تحدث لكثير من الناس في الطهارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. поговорим о тех вещах, которые очень часто случаются с людьми во время омовения или в тахарате. بعض الناس يظن أنه إذا يعني حصل منه نوم أو خروج ريح يظن أنه لابد أن يغسل الفرجين. То есть некоторые люди думают, что если человек поспал, то он непременно должен совершить помыть свои половые органы. الغسل للفرجين أو استعمال مناديل الحجارة يكون فقط للبول والغائط. То есть омывать свои половые органы или протирать их требуется только после исправления малой или большой нужды. أما خروج الريح. Что касается выхода воздуха. والنوم. Или сна. هذا لا يوجب بل هو من التنطع في الدين أنه يدخل ويستجمر أو يستنجي. То есть, что касается, говорит, сна или если вышел воздух, то это не обязывает нас подтираться или подмываться. То есть это наоборот как бы из усложнения религии, да? То есть. الشريعة الإسلامية جاءت لقطع الوسواس. Исламский шариат пришел для того, чтобы прекратить всякие научения шайтана. И самое часто шайтан приходит и научает людям именно во время тахарата. Научение васвасы от кого? От шайтана. Почему ты слушаешь шайтана? Например, ты сделал такбир, сказал Аллаху Акбар. ثم بعد أن يكبر يبدأ ماذا يصنع؟ نعم. после того как ты сказал такбир, то есть Аллаху Акбар, что ты делаешь? يأتي الشيطان. приходит тебе шайтан. متوضئ. ты говорит, а совершил ли ты вуду? يقول لا أدري. и ты говоришь, не знаю. يقول تعال نراجع أنا وأنت. давай говорит, это вместе поспоминаем, говорит. فيبدأ يراجع. и он начинает вспоминать. وبعض يقول أنا أحسن لي أقطع الصلاة. и кто-то может сказать, говорит, лучше я остановлю молитву. وأتوضأ من جديد. и пойду заново вуду возьму. لو قطع الصلاة آثم. если он оставит молитву, он грех будет на нем. بطنه تقرقر صوت من البطن أصوات في بطنه. كيف تخرج أصوات من بطنه ما يخرج أصوات أحيانا. то есть какие-то звуки да внутри тела выходят человека. فالشيطان يقول له خرج من كريح. И тогда в этот момент тебе приходит шайтан и говорит, тебя, ты вот вышел воздух из тебя. Ла юмкин ан яхрудж мин ас-сала. То есть не разрешается в таком положении выходить из молитвы. Хатта ятакка миа биль миа анна харадж мин хури. До тех пор, пока он не будет на 100% уверен, что с него вышел воздух. Ва лау харадж фа ва атим. А если же он выйдет из молитвы, то он грешник. Тукаббир. لا تلتفت لأي شيء لأن الإنسان عندما كبر كبر على يقين أنه على وضوء. То есть человек после того, когда делает такбир, не должен обращать внимание на все эти научения. Почему? Потому что когда он вставал делать такбир, он был убежден, что у него есть вуду. Я шок في بعض الجوارب يقول ما أدراني هل لعل هذه من جلد يعني خنزير. Например, человек тут сомневается в каких-то там носках или чем-то, говорит, возможно, говорит, эти носки, говорит, из свиной кожи. الأصل الطهارة. Основа в вещах это, что они чистые. يدخل بعض الناس إلى دورة المياه. Например, кто-то человек заходит в туалет. ويعني قد يأخذ أحيانا ساعة في دورة المياه. час может провести там. وبعض الناس نسمع عافية السلامة يعني حتى يقفز في دورة المياه. يقفز. ما أعرف إيش يقفز. يعني هو على الأرض الآن يقفز هكذا. подпрыгивает там в туалете, да, прыгает. نعم. لأنه يقول عندما أقفز يخرج بعض الشيء. Потому что он говорит, если думает, я попрыгаю, говорит, возможно, еще что-нибудь выйдет из меня. وبعض الناس يخرج ويدور حول المسجد ثم يدخل دورة المياه. некоторые люди выйдут в туалет и еще сделают круги вокруг мечети, потом опять в туалет заходят. وبعض الناس يعني يضغط على أكرمكم الله الذكر حتى يقول هذا لا يلزم. То есть некоторые люди начинают. بل هذا يضر بالبدن. выдаивать, да, свой какой этот член, да, думая, что что-то выйдет оттуда, тем самым они причиняют вред своему здоровью. وبعض الناس يظن أن لديه سلس بول. А другой человек может подумать, что у него воспаление мочевого пузыря. ويقول أنا يخرج مني يقينا بعد أن أخرج من دورة المياه نقطة بول.
И он говорит, вот как я, говорит, только из туалета выхожу, я убежден, что выходит капля мочи. И он думает, что у него воспаление половых, мочевой системы. نقول هذا أثر غسل الذكر بالماء. هذا الذي يخرج أثر غسل الذكر بالماء. То мы должны сказать, что то, что выходит, это вода, которую ты омыл, да, свой половой орган. يقول لا أنا لم أستخدم الماء. استخدمت مناديل الحجارة وخرجت مني شيء. Он говорит, нет, говорит, я, говорит, использовал, говорит, камень или салфетку, говорит, из меня вышло что-то. نقول هذه النقطة من البول. هذا اليسير يعفى عنه. Тогда мы скажем, что вот эта маленькая капля, с которой тебе вышла, она тебе прощается. Как сказал об этом шейх аль-Ислам ибн Таймия, что вот эти маленькие наджасы, они прощаются. То есть ты этим самым должен обрубить все эти дороги шайтану. Пришел человек ибн Акилю, ибн Акиль считается одним из больших имамов. وقال يا إمام إني أنغمس في اليم يدخل بأكمله في الماء. говорит, ой, имам, говорит, я, говорит, полностью погружаюсь в воду, говорит. ثم أخرج من الماء وأرى أن مني شيء لم يصبه الماء. И говорит, когда я полностью погружусь в воду, выхожу из воды, говорит, у меня есть, говорит, такое сомнение, что какая-то часть, какой часть тела вода не попала. ماذا علي? Что я, говорит, должен делать? قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك مثلك لا يصلي. Говорит, у Аллаха, говорит, Аллах знает лучше, говорит, но на таких, как ты, людях не лежит обязанность совершения молитвы. Каль-валима. Он говорит, почему? Лима тускат анна ссалам. Почему, говорит, с меня выпадает молитва? Каль-ли анна Набий Саласалам. Каль руфи аль-калам ан салат, ва анта ахадум, анта мажнун, ла тусалли. То есть пророк Саласалам сказал, говорит, что перо поднято от троих, и ты один из этих трех, говорит, ты мажнун, говорит, ты ненормальный, поэтому тебе не нужно молиться. Хала мада яхтар ал-ан? Хал тахтар? ترك الصلاة أو ترك الوساوس. Когда человек, он стоит перед выбором, либо оставить молитву, либо оставить наущение. نعم. Что выбирать? Оставить наущение. На тракулус. ترك الوساوس قطعا. То есть непременно доставить наущение. لأن عندما تجري وراء الوساوس يؤدي بك هذا الطريق وهو طريق الشيطان إلى الجنون. Потому что, говорит, если ты, говорит, не оставишь эти наущения, то это дорога шайтана, которая тебя с ума сведет. وأكثر ما يكون من وساوس في الطهارة. И поэтому больше всего наущений бывает именно в тахарате. نعم. ليس معنى هذا أن الإنسان ما يتطهر. ذكرنا الطهارة أنها شرط من شروط الصلاة. То есть это не значит, что человек теперь не должен очищаться. لكن لا يفتح باب الوسواس. То есть очищение является условием из молитвы, из условий молитвы. Однако мы должны закрыть эти двери, которые приводят к наущению, к васвасу. И лучше сделать вот середина. И Аллах знает лучше.